нам необходимо обеспечить максимальные удобства для жителей области, во-первых, и во-вторых, что наиболее важно, безопасность. С 18 на 19 января православные христиане ежегодно совершают омовение. Для многих это шанс испытать на прочность не только возможность организма, но и силу воли. В этом году метеорологические условия не подвели. Лед на водоемах стал вовремя, его толщина находится в пределах допустимой нормы. Погода в ночь с 18 на 19 января будет благоприятной для купания. Крещенских морозов не ожидается. К ночи на 19-е явления ослабеют, погода улучшится. Уже будет слабый снег и ветер ослабеет до 7 метров в секунду. Температура будет в пределах 8-10 градусов мороза. В этом году в Ульяновске увеличили количество мест для купаний. Список пополнили участок на Свияге возле Улгу и в селе Луговое, а также протсела Анинково. Всего в Ульяновской области будет открыто 70 участков. Все они проверены спасателями и официально зарегистрированы. Ознакомиться с полным списком можно на сайте Главного управления МЧС России по Ульяновской области. К вырезке проруби и ордани приступят 17 января. Минимум на каждом месте будет организовано дежурство 4 сотрудников спасательной службы, 10 сотрудников полиции, обязательное присутствие скорой помощи либо неотложной помощи, плюс минимум 5 дружинников. На каждом месте будут оборудованы палатки для переодевания. Каждое место для омовения будет оснащено в обязательном порядке коробом безопасности. Ежегодно количество участвующих в купании людей в Ульяновской области колеблется от 20 до 30 тысяч человек. Верующих призывают совершать обряд только в специально оборудованных местах под чутким присмотром спасателей и врачей. Перед тем, как погрузиться в купель, рекомендуется немного разогреться, после чего спокойно, не спеша погружаться в купель. Проводить в купели времени не более 1 минуты, после чего также спокойно подниматься, растереться сухим полотенцем, одеть теплую одежду. Можно выпить горячего чая. Ни в коем случае ни до купания, ни после не употреблять алкогольные напитки. Если вы решили принять участие в купании, готовьтесь к этому заранее. Следует внимательно отнестись ко всем противопоказаниям. Не рискуйте, если чувствуете, что время еще не пришло. Алина Тихонова, Артем Куранов, Улправда ТВ.